Несмотря на счетчик воды, открывать кран хочется снова и снова. Вода прозрачная, в новых трубах нет ни ржавчины, ни засоров. А сейчас, да, по-моему, улучшился напор. По программе капремонта в доме поменяли всю систему водоснабжения, водоотведения, электрику и отопление. Теперь люди надеются, зимой в квартирах будет теплее, а в платежках уменьшатся цифры. Срезанные трубы были забиты процентов на 70. Согласно строительным нормам, в зале устанавливается по 10 секций радиатора отопления. В спальне комнате по 6 секций. Капитальный ремонт всех инженерных сетей в доме начался в мае. За лето подрядчики выполнили все необходимые работы, и сегодня комиссия принимает ремонт дома со всей строгостью. Старший по дому представитель управляющей компании и фонда капремонта Самарской области проверяет буквально каждый стык труб в подвале. Кроме того, контроль осуществлялся на каждом этапе работ. Фонд капремонта вел так называемый «дневник одного дома». Этот проект наглядно показывает, что капитальный ремонт квартирного дома – это сложный процесс, к которому должны все участники этого процесса относиться с большой ответственностью. Этот проект наглядно также показывает, как шаг за шагом производится капитальный ремонт инженерных систем на квартирном доме и с какими трудностями и сложностями может встретиться как подрядная организация, так и собственник. Жителям этого дома повезло вдвойне. Кроме ремонта внутренних систем здания, в рамках подготовки к чемпионату мира дому обновили фасад. Валерия Макарова, Марина Матвеишна, Григорий Плешаков. События.